Команда ВАК совместно с сотрудниками КЕРАЗ обеспечила социально уязвимые семьи продовольствием на время карантина. Ребята из молодежного совета ВАК в качестве волонтеров помогали уполномоченным органам на местах, информировали население о профилактике вируса, помогали пожилым людям. Пресс-секретарь инфопортала ВАК Саид Барганджа стал членом межведомственного оперативного штаба Минздрава Абхазии по борьбе с коронавирусной инфекцией. Выпускающий редактор портала Изольда Хагба шила защитные маски. Как уже упоминалось, при московской абхазской диаспоре был создан штаб помощи Абхазии. МАД активно включился в работу движения «Мы вместе», организованного в свою очередь в Абхазии. Руководитель женских советов ВАК Гета Ахдзенба оказывала информационное сопровождение деятельности штаба МАК как на собственных интернет-ресурсах, так и публикаций в официальных онлайн-СМИ. Мы полностью перешли на новостной формат и рассказывали о том, как развивается ситуация в Абхазии в отношении защиты населения от коронавирусной инфекции. Соответственно, мы ежедневно рассказывали о том, что происходит в стране, и тем самым являлись единственным источником, вещающим на шести языках и рассказывающим нашей диаспоре, нашим представителям нашего народа за рубежом о том, что происходит в этот период в стране. Также ежедневно у нас была общая статистика по заболеваемости по всему Кавказу и Абхазии в том числе, то есть она обновлялась ежедневно. Также месяц назад мы запустили первый онлайн-проект по изучению абхазского и абазинского языка. Он представляет собой серию коротких видеоуроков, которые обучают простым фразам и предложениям на нашем языке. Совсем недавно нас поддержала одна из самых успешных школ в Москве, языковая школа, которую основали наши соотечественники Ирцушба и Айрла Агрба, это Capital School Center. Аудитория этой школы достигает более 1 000 000 человек. И теперь уже наши видеоуроки, которые мы готовим в портале, они будут публиковаться и на площадке этой школы. То есть будем учить абхазский и абазинский всем миром. И теперь представители нашей диаспоры смогут подключиться вместе с нами учить наш язык. Проект рассчитан на 2 года, поэтому будем дальше развиваться и продвигать его. И прошу всех подписаться на наш телеграм-канал. Я хотел хайплера, я цонакоз, юкглаз, зарах и хадаз, зиги, ирилат шагит, уанзе хайтбан, шагюзер, яха зиги псны янам амзерги чаджира. Я вам шадзит аха зиги акоб хайтан хайшайвизшо. Ихадаз, ицрах, зарах, адзамаз, апсо база конгресс, имя пногоуску. Я вам нагалаз, харчку, рызн пак зиги, ахныха зирхаз, яшачкана, дара зисвяхуй. Усанакуха угарад приюков. И цурунго зарахва, апсо база конгресс лахенца, жлар лахенца, адзбарыкон и ходу успашинанаксу. У призыха дарбан залаги анапанца зманы знапанца на загдзо псовскилы табуб харасхур, лассылас хайкшузыр, ико ауа дэвра ха яхтна хала свайвузыр, ико пиразник и уцбаша, ико пиузым уцбаша, ахаз якоб, Яхи узымыз барги, оцпи амша зыха, амша зыбханы хазлагаша уз хадруах алот, айчкавича, зиги табу парасхот, апхи гыло мусаха балипа ерюк царакра, и узпа зиги радскас и хаданы, и пхедзу апсу базы конгресс даха хылапшва, зиги напынцаку хайто, дар зи табу парасхот.